Если вы хотите выглядеть стильно, красиво, ярко в прохладное время года, то, конечно же, оставайтесь с нами, ведь это главное предложение только сегодняшнего дня. Брюки Бекки. Вы только посмотрите на них, какие они стильные, красивые, яркие. Ну а самое главное, вам будет в них тепло, комфортно и уютно. Это ваш любимый бренд Бенитро Бини. Более 200 покупательниц выбирают для себя этот бренд, любят, потому что это и качество, и стиль. Ну а представит нам эти брюки наш модный стилист, эксперт Елена Цветкова. Не случайно эти брюки сегодня стали главным предложением дня. Это, естественно, мой выбор, потому что я обожаю именно эко-кожу. Но эти брюки сегодня созданы для того, чтобы мы с вами зиму, ту самую суровую, которую нам прогнозируют синоптики, провели без каких-либо проблем. У нас брюки Бекки утепленные по всей длине с внутренней стороны мягким флисом. Кстати, за разработку флиса итальянские ученые удостоены Нобелевской премии. Он очень мягкий, держит комфортное сухое тепло и отводит влагу. Также у нас здесь еще и эко-кожа, фактура с внешней стороны. Смотрите, какая упругость и какой превосходный возвратный эффект. Эко-кожа, кстати, это один из самых долгоиграющих трендов, поэтому мы сегодня с вами максимально актуальные образы будем сочетать. Мне нравится, что здесь бренд Бенитро Бини дарит нам именно брюки, потому что это то, что мы выбираем с вами на каждый день. И все-таки хочется позаботиться еще и о стройности. Здесь супер завышенная линия талии, здесь плотная эко-кожа и прямой крой. Все это соблаговолит стройной и подтянутой фигуре. При этом помните, брюки утепленные, но посмотрите, ни одного лишнего сантиметра в объем нам не добавляют. Девчонки просто как супермодели. И посмотрите, какая опять же актуальная палитра. То, что характерно именно для осенне-зимнего сезона. Лена, давайте знакомиться с оттенками, потому что сегодня у нас большое многообразие. Синий цвет, причем посмотрите, такой опять же глубокий синий, без каких-либо кричащих красок. Также у нас есть коричневый, тоже очень богатый оттенок, такой вкусный, да, сразу ощущение шоколадки. Мой выбор это бежевый, причем посмотрите, здесь бежевый с таким именно пудровым подтоном. Не надо бояться светлых оттенков в холодное время года, потому что фактура кожи настолько здесь практична, что любое загрязнение легко ликвидируется. Изумруд, такой именно приглушенный темный оттенок зеленого цвета. Далее есть бордовый. И, конечно же, классика – это черный. Ну, черный цвет – это настоящая классика. Я с тобой абсолютно согласна. Сегодня цена 1999 рублей. Но как вы любите бренд Бенитро Бини? Ведь это и качество, и идеальная посадка. Посмотрите, цена только сегодня 1999 рублей. Но какая же вкусная цена по карте Prime. Еще меньше – 1899 рублей. С 2018 года мы сотрудничаем с брендом Бенитро Бини. Более 250 тысяч наших клиентов довольны покупками и выбираете для себя все время. Именно поэтому сегодня стоит выбрать и как первую покупку именно эти леггинсы. Размерный ряд от 46 до 68. Лен, помоги нам, пожалуйста, есть ли какие-то особенности в подборе этих брюк? Здесь одна главная особенность, это, считай, бонус от бренда Бенитро Бини в виде сдвоенной размерной линейки. Ксения сейчас на вашем экране, она выбрала для себя пару 46-48. Кстати, смотрите, какой здесь опять же секрет. Я хочу, чтобы вы понимали, насколько мы с вами будем смотреться, во-первых, выше за счет бесконечной длины наших ног, и за счет этого еще и подтянется животик. Здесь глубина посадки составляет 44 сантиметра. То есть это такой, знаете, прям бандаж для животика. При этом брюки поставлены на упругую эластичную ленту, и ширина ленты, внимание, сейчас хочу тоже сделать замер. Посмотрите, 10 сантиметров. Причем насколько она прям, вот видите, хорошо так тянется, легко возвращается в исходное положение. Опять же, удобно. Брюки всегда под вас будут адаптироваться. То есть здесь мы ориентируемся от своего основного размера. И можно взять как плюс один, так и минус один. Вот наша модель Аня, она обычно выбирает для себя в 52 размере. Как плечевые, так и поясные изделия. Но брюки она примерила 50-52. Сели великолепно. Вот
Вот она, та самая завышенная линия талии. Вот он, тот самый подтянутый животик, подтянутые бедра. И при этом чувствуете, нет ощущения скованности, драпируется эко-кожа, доказывая нам тот факт, что есть воздух, мы можем двигаться. А как вкусно и красиво выглядят фигуры именно в этих брюках. Ведь мы обычно зимой одеваемся, ну, как капуста получается, для того, чтобы не замерзнуть. Вот моя подруга, например, вообще не признает сочетание колготы плюс брюки. Именно поэтому всегда мерзнет либо в колготах, либо в джинсах. Вот было бы ей тепло в таких брюках. Здесь у нас будет максимальная защита от холода, причем нам колготы даже здесь ни к чему, потому что брюки у нас полностью утепленные. Я сейчас хочу вам прям вывернуть максимально наизнанку, чтобы вы в этом убедились. Видите? То есть с внутренней стороны по всему периметру, даже под эластичной лентой, присутствует у нас флис. Флис – это современная разработка итальянских ученых, за которую они были удостоены Нобелевской премии. Изначально флис был создан для спортсменов, чтобы они максимально долго могли проводить время на свежем воздухе, тренироваться и при этом не испытывать ощущение, что им зябко, холодно. Флис удерживает комфортное сухое тепло, нагреваясь от температуры вашего тела. Он отводит влагу. Так что в данном случае мы с вами вот эту зиму, самую холодную за 100 лет, переживем без особых проблем. И при этом сохраним свои стройные формы. Так это так важно, чтобы и не замерзать, и выглядеть стильно, красиво, и чувствовать себя уверенно, когда мы приходим, например, на работу. Ведь в брюках Белла вам будет комфортно. 1999 рублей. Насколько в моде сейчас эко-кожа? Эко-кожа – это один из самых долгоиграющих трендов, то, что уже не сходит с модных подиумов 4 сезона подряд. Причем дизайнеры пророчат уже эко-коже статус абсолютной новой классики. Образ сразу смотрится свежо, необычно, а самое главное – стильно. Посмотрите, казалось бы, базовые брюки – то, что мы с вами выбираем на повседневной основе, но фактура эко-кожи добавляет образу изюминки. Вас хочется рассматривать. При этом мы еще и утеплились, то есть мы не только идем в ногу с модными тенденциями, но и также заботимся о нашем здоровье. А всем ли типам фигуры подойдет такие брюки? Потому что у моей мамы фигура груша, вот она переживает. Здесь не стоит беспокоиться о фигуре, потому что максимально прямая форма брюк в совокупности с высокой линией талии, с плотностью эко-кожи. Здесь такой заметный моделирующий эффект, подтянутые формы и, конечно же, высокая посадка – это еще и забота о здоровье. Сейчас время исполнения желаний. Давайте выбирать для себя комфортную, стильную, яркую одежду, в которой нам будет удобно и тепло. 1999 рублей за эту прелесть. Выбирайте для себя все самое лучшее.